Киеве под Верховной Радой сегодня утром собрались активисты антитрухановского Майдана. Всего более 200 человек. Большая часть приехала из Одессы. По словам организаторов, к митингу присоединились и участники из Киева. Главная цель активистов – обратить внимание центральной власти на действия Геннадия Труханова. Так хотят и стимулировать нардепов ставить подписи под проектом постановления о назначении внеочередных выборов мэра Одессы. В планах на сегодня у активистов несколько акций, кроме митинга у Верховной Рады и брифинга, пикет Генпрокуратуры. И присоединение к акции, которая стоит у администрации президента Украины в связи с побитием людей в Одессе 1 сентября. Сегодня Кловин брутально порушив Конституцію України, це право громади на мирний протест. Сьогодні він фактично стає злочинцем. Труханова! Труханова! Напомню, проект постановления Верховной Рады о назначении внеочередных выборов одесского мэра сегодня подписали еще около 20 парламентариев. Сбор подписей продолжается и сейчас. К слову, сотым, кто поддержал активистов, таким образом стал Мустафа Джемилев.